С самого утра в храм Пресвято-Воскресенского мужского монастыря тянутся прихожане. День особенный. В обитель привезли частицы мощей святых, которых особенно почитает Русская Православная Церковь. Это святитель чудотворец Николай, преподобный Серафим Саровский, преподобный Сергий Радонежский, святая блаженная Матрона Московская, которые помогают нам в различных наших бедах, горестях, радостях, во всем. Святые угодники, мощи которых привезли в монастырь, при жизни прославились великими делами. Жили в скромности и благочестии, творили чудеса. Исцеляли больных, поддерживали слабых и немощных, примиряли враждующих, защищали невинно осужденных. И сейчас, спустя столетия после смерти и канонизации, к частицам их мощей идут верующие. Прихожане просят спокойствия, избавления от физических и душевных недугов. Антонина Мещерякова в церковь ходит по праздникам. Говорит, надо бы почаще. Сегодня тоже пришла приложиться к святым мощам. Поддерживает. Мы молимся за них. И молюсь, здоровья нету. Хожу в церковь. И за детей помогать, и детей своих тоже. Мощи святых пробудут в храме до конца августа. Олеся Корецкая, Сергей Баскин. События.